Добрый день, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Давайте сегодня поговорим о воротах, а точнее, какую ширину ворот выбрать и как это сделать. Многие хозяева приусадебных участков и коттеджей задаются вопросом, какого же размера сделать ворота, чтобы максимально сохранить функциональность и удобство использования. Кроме базового использования, а именно заезда и парковки машины, следует учитывать и другие факторы. Например, наличие обслуживаемого септика требует регулярного присутствия грузовой машины для откачки. Также любые строительные работы требуют проезда на территорию тяжелой крупногабаритной техники. Поэтому ширину забора стоит рассчитывать, исходя из уже существующих стандартных размеров, установленных ГОСТом. Ну и, конечно, руководствоваться здравым смыслом. Итак, если у вас легковой автомобиль, стандартная ширина для беспроблемного заезда составляет 2,5 метра. Но если на территорию требуется въезд грузового транспорта, его ширина может составлять до 3 метров. Также, кроме минимальной ширины проезда, стоит учесть и место для разворота той или иной техники у себя на участке, наличие свободного пространства для разворота при въезде и выезде, а также учитывать, какая конструкция ворот используется. Поэтому наиболее разумный выбор ширины ворот составляет от 3 до 5 метров. Очевидно, чем шире будет проем, тем проще будет даже неопытному водителю попасть на территорию без проблем. Особенно это актуально может быть, когда заезд на территорию осуществляется непосредственно с проезжей части, а ширина проема не позволяет заехать на территорию с первого раза и требует дополнительных манипуляций с автомобилем. На сегодня это все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока!